Это началось много лет назад. Словно сбитые какой-то неведомой злой силой, с неба начали сыпаться звезды. И в один миг земля наших предков, некогда согретая, освещенная лучами этих звезд, вдруг погрузилась в вечный холод и мрак. А если нет солнца, нет и еды. Землю охватил голод. Животный мир оказался во власти страшного монстра – вымирания. Многие тогда бесследно исчезли. Но кое-кому удалось найти способ выжить. Маленький поссум спрятался внутри упавшей звезды. Но он был не один, кто искал там спасения. Если бы эти малыши поддались воле инстинктов, они бы, наверное, просто съели друг друга. На их счастье, внутри упавшей звезды зародилось нечто, защищавшая их от свирепствующего вымирания. Оказавшись там, зверятам пришлось научиться доверять друг другу. Но вымирание становилось все сильнее, и им некуда было бежать. И перед лицом этой страшной угрозы они взмолились о помощи, обращаясь к этому ростку надежды с одним единственным желанием – спасти от вымирания всех животных. И как только они это сделали – вжух! – вымирание отступило. Это положило начало церемонии пожеланий. На этом самом месте, где тогда упала звезда, в этих самых чертогах, где дети-основатели загадали свое желание, наши предки хранили и оберегали этот маленький росток. И теперь, спустя много-много лет, он вырос и превратился в древо желаний. И вокруг него образовался наш город, заповедный рай. Мы научились жить в гармонии с природой, создав этот райский уголок. Мы обустроили целые районы, построили дома для всех видов животных. Паучий квартал, кенгуровые скалы. Заповедный рай – безопасное место для всех. Здесь животные всех мастей и размеров прекрасно уживаются друг с другом. Все мы здесь живем по простому правилу. Не ешь ближнего своего. Как бы аппетитно он ни выглядел. Наш город – единственное безопасное место для животных. Огромные стены кратера поднимаются высоко вверх и защищают нас от подстерегающих снаружи опасностей. Бу! Только глупец отважится пойти туда, дикое кладбище, где все еще царит вымирание, превращая любое животное в кровожадного монстра, готового вас слопать. Немногие решились уйти туда. Никто так и не вернулся. Поэтому надо помнить и соблюдать наряду с проведением раз в год церемонии пожеланий один из основных наших принципов. Мы сильнее, когда держимся вместе.
Да и к тому же, друзья, ну кто хочет покидать этот чудесный рай на земле? Привет, любители путешествий! Меня зовут Керри Кольцехвостик, я эксперт по дикой природе. И сегодня мы с вами заглянем за пределы заповедной зоны. Смотрите, какой я вам приготовила сюрприз. Идем! Нам повезло встретить доминантного самца гориллы. Лучше не совершать резких движений. У горилл отличное зрение, и они очень проворны. Берегись! За этим камнем скрывается одно из самых ядовитых существ в дикой природе. Одна капля яда из ее острых зубов и... Помогите, умираю! А вот это мой любимый хищник в дикой природе. Знакомьтесь, белый медведь! Он напал на меня! Бегите! Мне уже не спастись! Нет! Отстань от меня! Ну и скукотища тут! Керри! О, Петра! Вот ты где! А я уже везде тебя обыскалась! Зачем ты туда залезла? Я искательница приключений, исследую природу, встречаюсь с хищниками. Здравствуйте, как поживаете? О, красивая шутка! Ясно. Ладно, Кэрри, пойдем. Знаешь, ты единственный посум, который боится высоты. Чего тут такого? Попробуй разок, Петра! Мир гораздо больше, чем наш заповедный рай, Петра, и я хочу увидеть его! Ну, а я хочу, чтобы ты прекратила валять дурака, а то мы так опоздаем на церемонию. Папа нас там уже ждет! Церемония! Мое желание! Спокойно! Со мной ты никуда не опоздаешь, моя черепашка! Ведь я знаю, где можно срезать! Кэрри! Ты права. Папа разозлится, если мы опоздаем. Да как ты смеешь? Сейчас только ты нас задерживаешь, Петра. Кэрри! Петра! Кэрри! Юху! Такси в центр! Гони! Живее! И кто теперь черепашка? Вернемся! Я из тебя люля-кебаб сделаю! А я тебя в трубочку сверну. Смотри, не шлепнись оттуда. Сейчас будет бум.
Держи, Петюню! Да! Это было зачетно! Испытайте на себе ужасы дикой природы. Ужасы, подкарауливающие вас во тьме. Жуткие монстры из северных и южных широт. Войдите, если осмелитесь. Ужасы дикой природы. Организаторы шоу не несут ответственность в случае завышенных зрительских ожиданий и неиспытанного чувства страха. Все персонажи являются вымышленными и не могут совпадать с реальными. Если... Ты тут делаешь? Я придумала желание. Я знаю, что пожелать. Гарри! Ну где же они? Церемония начнется без нас. Ага, отлично! Что-нибудь необычное? Я знаю, что я загадаю! Я хочу увидеть снег! И церемония желаний станет белой! Мы сможем играть в снежки и лепить снеговиков! О, Кэрри, ты же знаешь, в заповедном рае снег не идет! Нет, в городе не идет! Я хочу в дикую природу! Там идет настоящий снег, гуляют медведи и царит ужас! Что ж, мне кажется, что в этом году тебя ждет подарок получше. Ну, девочки, пора загадать желание. Да. Вы их приготовили? Папа, мне 14. Дочка, для чудес возраст не важен. Быстро, быстро, заходите. Я прямо чувствую, что многое загаданное сбудется. Юху! Пустите меня в первый ряд! А теперь основная часть. Ваши пожелания! Извините. Так, простите. Каждый ребенок сорвет с дерева желания по семечку. Не два и не 102, лишь одно. Когда загадываете свое желание, главное не скупитесь, а затем дуйте на них, что есть мочи. Вы готовы? Да. Да! Но помните, одно семя должно всегда оставаться на дереве, чтобы оно зацвело снова. Ни за что не срывайте последнее семечко. Понятно? Да. Итак, я, Ярра, хранитель дерева желаний, объявляю церемонию открытой! Или то? Нет, вон то. Ну уже, Кэрри, выбирай уже. Да,
все взяли себе по семечку. Последнее семя останется на дереве. Наступает заветный момент. Пора загадывать желания в духе церемонии. Хоть бы окружающие не пугались меня. У меня просто зубы такие, а? Был бы у меня друг пингвин, и мы бы вместе носили смокинги. Что там надо делать? Кто знает, что бормочет эта ящерица? Вот бы увидеть дикую природу. Тебя фоссума нет, Кэрри. Да, Кэрри лучшая. Вскоре вы двое станете самыми удачливыми фоссумами в городе. Та-та-та-да! Поздравляю, доченьки! Ого! Да! Ух ты! Что это, папа? Можно открыть? Это коньки или сани? Это же иглу! Я не знаю. Подарок секрет. Это явно круче тех свитеров, что ты подарил нам на прошлую. Как? Вам же они понравились. Там такие колокольчики. Но в этом году я решил обрадовать вас обеих. Хотел, чтобы вы посмотрели мир и решил, будь что будет, возьму да и куплю его. Это уникальный, не подлежащий возврату. Эх, да что я болтаю. Ха-ха! Наш новый телевизор. Телевизор! Теперь можно путешествовать, не выходя из дома и не подвергая себя опасности. Я вам покажу. Кролик ТВ. В нашей программе фильм «Заповедный рай» с Дэвидом Аттенборо. А здесь, в заповедном рае, всегда... Готов как суперхряк. Панда Рвань и Грязицып. В главных ролях Панда Рвань и Грязицып. Это называется «Посмотреть мир»? Ну да. Продолжение. Разве фильма не здорово? «Заповедный рай» с Дэвидом Аттенборо. Смотрите на следующий. Или «Телеканшоу» с Малахом Андреевичем. Я совсем не это загадывала. Я думала, я смогу отправиться путешествовать за пределы города. По этому дурацкому телеку показываю чушь, и церемония выдумка. Кэрри. Кэрри, прекрати уже! Прежде чем ты сбежишь на волю и тобой кто-то закусит, постарайся ценить, что у тебя есть. Тогда пусть мной закусят, а ты обнимайся с телевизором вместо меня. От него, по крайней мере, меньше шума, чем от тебя. Вы будете отличной парой, оба зануды. Девочки, давайте лучше сядем за стол. Привет. Не подходи. Ладно, просто я знаю, ты их обожаешь. Оставлю тут, вдруг захочешь. Я просила не подходить. Ладно, ладно. Кэрри, правда?
прости, что накричала на тебя сейчас. Хм, да ничего нового. Да брось, думаешь, мне нравится повсюду за тобой гоняться? Или что, мне нравится за тобой присматривать постоянно? Я тебе не нянька, просто пора становиться серьезнее. Я так и проторчу тут всю жизнь, получается. Кэрри, этот город наш дом. Здесь наша семья и друзья. С ними связана вся наша жизнь. Неужели непонятно? У тебя хоть есть друзья? Ох, Кэрри, не обязательно убегать, чтобы изменить свою жизнь. Ясно? Если я не могу уехать в дикую природу, я приведу ее с собой. В смысле, я медведь? У меня и квалификации нет. Вот, смотри! Это еще что? Ого!
Что? Эй, кто тут так шумит? Что? Выходите! Снежок, что надо! Получилось! Ура! Ну? Хорошего вам летнего отдыха. Как же здорово! Мое желание исполнилось! У нас выпал снег! Это я сделала! Я живой! Дерево желаний погибает. Яра? Удивительно, не правда ли? Через пару дней совсем засохнет. Правда же, посох? Хотя, конечно, кто-то мог постараться. Возможно, кто-то, долго не думая, сорвал с дерева последнее семя. Да что ты говоришь? Кто-то распахнул ворота заповедного рая для того, чтобы здесь снова воцарилось вымирание? Пригласил сюда ужасное чудовище, больше всего на свете жаждущее уничтожить нашу мирную жизнь? Ну да, я побежала, Яра. Керри, кольцехвостик, ты обязана исправить свою ошибку. Разумеется, чтобы спасти дерево, тебе надо будет покинуть город и преодолеть много трудностей. Это будет самое опасное твое путешествие. Thank you.
знаю, что я плохо поступила. Но я готова все исправить. Ты уверена? Огромная ящерица Мегалания, которая стреляет кровью из глаз. А ты знал, что именно здесь живет гигантский вомбат, который передними зубами перекусывает мяч для боулинга? Хреб-хреб! У него изо рта вырывается пламя, а фекалии выходят в форме куба! А еще морские коньки держат друг друга за хвосты, чтобы не потеряться. Что такое? Там кто-то есть? Это белый мишка? А можешь уже перестать тараторить? Может, тогда я смогу что-то тебе ответить? Жух! Жух! Ясно. А куда мы хотя бы идем? А еще можно мне есть желтый снег или нет? Не надо его есть. Слушай внимательно. Вот это заповедный рай. Волшебное дерево в центре. Вокруг стены кратера. А мы здесь. Да ты художник, четко расписал. Спасибо, но это все он рисует. Итак, Кэрри, кольцехвостик, здесь есть такие места, куда лучше вообще не соваться. Например, жуткое место вроде запретного болота. Это кладбище, уродливая бородавка на прекрасном челе. Там бродят кровожадные звери. Звери? Звери! Они сделают из твоих костей погремушки, а из ног трещотку. Если ты пройдешь вязкие топи, дальше тебя ждут жуткие-жуткие болота, заполненные смогом, известные как мглистая трясина. Бездонное болото, что навеки заточает дух умерших в своем зыбком чистилище. А если ты чудом уцелеешь и не сгниешь там, то нам предстоит пройти черное ущелье, чтобы достичь нашей цели. Знаменитый двойник нашего дерева. Оно — наша надежда снять жуткое заклятие. По легенде, на нем растет единственное семя, исполняющее желание. Но не любое. Волшебное дерево исполнит лишь самое заветное, серьезное твое желание. Но есть и загвоздка. Да. Это все не точно! Что? Как? Я никогда не видел второе дерево. И посох не видел. Мы полагаемся лишь на легенды. Все, кто отправлялись искать дерево, так и не вернулись. Но я точно знаю, что только так можно спасти наш город и вдохнуть в него жизнь. Я горжусь тобой, Кэрри. Не каждый решится исправить свою ошибку. Помни, главное не то, что мы совершаем ошибки, а то, как мы их потом исправляем. Готово? Вперед! Нам сюда! Ой, нам туда! Надо торопиться, Кэрри Кольцехвостик. Если мороз доберется до второго дерева, сделать ничего уже будет нельзя. Ugh.
Ого! Интересно, как они пахнут? Вкус настоящего приключения не всегда сладок, не так ли, Кэрри Кольцехвостик? Особенно, когда рот прополоскать нечем. Приветствую, мелкотня. К нам редко забредают гости. Вы как раз на обед ко мне попали. Не слушай ее, малыш. Единственная радость у этой жабы – нести другим несчастье. Вот это круть! Я тебя знаю, читала о тебе в книжке. Но такую здоровую жабу я никогда не видела. Что? Кто ты вообще? Кэрри, не приближайся к ней. Тебе жизнь кошмаром покажется, мелочь пузатая. Факт. У этих жаб самый маленький мозг из всех животных. Он размером с горошину. Тук-тук. Что? Нормальный у меня мозг. И они мгновенно могут сломать себе кости своим железным прессом. В сидячем положении нет. Что у тебя за штуки на спине? Крошки от еды? Сейчас я их с тебя сниму. Хватит. Соберись. Ты очень страшный. Так, вы на запретном болоте. Здесь царит смерть, страх и забвение. Им испокон веков управляют великие наши старейшины. Жуткое племя под названием Ква-ква-ква. Кошмар! Что за звуки? Ты оскорбляешь наших старейшин! Им не понравится твое кряхтение! Это я уже сама решу! Отведи нас к ним! Кэрри, нет! Как пожелаешь, посум! Ступай, они с радостью тебя скушают. В смысле, послушают. Яра, смотри, проход! Кэрри, стой! О, какая же она все-таки неугомонная. Хорошего отдыха, пусть и короткого. Держись рядом со мной. Не кричи, друг мой. Наверняка старейшины внутри. Впереди нас ждут ужасные испытания. Ну, тогда идем скорее. Чего я так распинаюсь? Что ты тут делаешь? Нет, это что ты тут делаешь? Мы идем домой, быстро! Нет, отпусти меня! Мы уходим! Тебя ждут только в городе под названием Разбежалась! Отпад! Неужели это... Мимишки!
существует? Еще как существует! Такой милаха! Осторожнее, малыш! Не трогай его, Кэрри! Да что они сделают? Затискают нас до смерти? Если нас сожрут мимимишки, я тебя прибью! Что там? Да, я думаю, ты полностью прав. Вы знаете, что такое йо-йо? Тогда делайте, как я. Вряд ли я смогу так. Не волнуйся, зато я могу. Спасла свой кольцехвостик. Нет уж, на меня это не действует. Бежим! Быстрее, пока путь открыт! Но куда? В пасть зверя! Куда? Вперед! Бежим, вперед! Ой-ой! Бегаешь по болотам и дерешься с мимимишками! Что вы задумали? А ты точно не будешь злиться? О, обещаю! Ладно. Возможно, я сорвала последнее семя с дерева желания, и из-за этого пошел снег. Кэрри! Эй, ты обещала не злиться! Теперь придется пробираться через мглистую трясину и черное ущелье, чтобы дойти до второго дерева и загадать желание. Но не простое, а самое заветное и серьезное желание, чтобы вернуть все как было, иначе вымирание уничтожит всю нашу прежнюю жизнь. Кэрри, ты просто невыносима! Ах, да, я забыла! Ты не веришь во все это волшебство. Получается, решать проблему придется нам, мне и моему другу Яре. Яра! Ааа!
Зачем ты ее с собой потащил? Не злись на него, он и мухи не обидит. Слушай, какие у нас варианты? Можно вернуться домой и замерзнуть до смерти, или мы погибнем, пытаясь спасти наш родной дом. Ну так, что ты выбираешь? Ничего, если есть такой вариант. Ну, а что нам остается? Что ты предлагаешь? Я натворила дел, и мне нужна твоя помощь. Ладно. Есть! Что? Тогда вперед! Черепушка! Приключения продолжаются! Кери и Яра! И Петра! И Петра! Готовы уйти в неизвестность втроем! Идем в глистую трясину! Перед нами раскинулась жуткая мглистая трясина. Там обитают духи мертвых, давно покинувшие бренный мир. Переночуем здесь, отдохнем, прежде чем отправимся через мглистую... Что? Как? Надо двигаться вперед! У нас привал! Ты прямо реальная заноза в хвосте! Но пока ждите меня здесь. Не смейте за мной следовать. Я не боюсь, Яра! Я могу пойти куда угодно! Можешь на меня рассчитывать! Я собираюсь того, этого... Мне надо отойти по-большому. Понятно. Что ж, да, я в таком случае я за тобой не пойду. Яра, ты так много знаешь о мире. Ты раньше здесь бывал? Надо им сказать. Они имеют право знать. О, скажи, прошу! Скажи! Хорошо. Пожалуйста. Когда-то я был молод. И куда выше. К старости теряешь часть своего роста. Я еще только вылупился из гнезда. Но семья у меня была большая. И приходилось прятаться от хищников. От волков и грязевых духов. И гигантских орлов! Кар-к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 ар! Прости. Тогда землю охватило вымирание. И мечтать о счастье было нельзя. Можно было надеяться, что не умрешь. Но вокруг царило уныние. Что? Когда такое у нас случалось? Нам об этом не говорили. Нет, малышка, я говорю не о вашем городе, а о месте, где хищники охотились на жертв. Место, что ты зовешь природой. Вот это да! Круто! Так ты что, отсюда? Думайте, как хотите. Я хотел того, что ты, Керри, перемен. Я хотел положить конец смертям. Я вбил себе в голову, что изменить мой мир может только второе волшебное дерево желаний. И отправился на его поиски, чтобы спасти мой народ от когтей вымирания. Но, конечно, мне это не удалось. Я не был готов. Я недооценивал грязевых духов. К счастью, мой отец спас меня от них, но, защищая меня, сам пал их жертв. Я никогда больше его не видел. Из семьи у меня остался лишь посох.
Я самоуверенно считал, что могу изменить мир, и поплатился за это. Я убежал от родни и набрел на безопасное место, ваш заповедный рай. Мне жаль, Яра. Я понял, что не мне одному предстоит все изменить. Я узнал, что если мы хотим победить вымирание, то надо действовать сообща. Тебе что, страшно? Конечно, нет! Разумеется, нет! Я всю жизнь к этому готовилась. Хорошо, а то у меня от страха хвост скрутился. Поняла? Мы хвосты, кольцехвосты. Пожалуйста, не злись на меня опять. Но я не хотела, чтобы ты считала меня назойливой мелкой мухой. Я не злюсь, Кэрри. Я расстроена. Ты же меня не предупредила. Ты просто сбежала. Я ведь могла помочь. Я хотела сказать, но просто надо было исправить ошибку. Я люблю свой город, но я хотела доказать тебе, что я не безответственна. Понимаешь? Чтобы ты любила меня. Я знаю, мы просто сестры, но также я очень хочу с тобой дружить. И всегда этого хотела. Ах, Кэрри, я постоянно за тебя волнуюсь. Ты у меня одна, и я не могу тебя потерять. Но это значит, что я твой лучший друг, и от меня не избавиться. Куда бы ты ни пошла, я всегда буду с тобой. Я не обещаю тебе, что всегда смогу помогать, но я обещаю, что в трудностях я тебя одну не брошу. Слышала это, глупое болото! Мы идем! Да! И присмотри за своей грязью, ведь... Это не мой стиль. Не! В чем дело, Яра? Глаза, почему они светятся? Ими завладело вымирание. Быстро, спускайтесь по лестнице к мглистой трясине и найдите укрытие. О, стоп! А как же ты? Мне надо поприветствовать гостей. Ну же, беги! Пойдем с нами! Идите без меня и в пути остерегайтесь голубых огней! Голубых огней! Да, именно их! Бегите! Прямо как в старые добрые времена, да, дружок? Скорее!
дерево желаний. Я дома! Дети-основатели. О нашем желании забыли. А? Стоп, о желании? Мы пожелали всем животным безопасности. Нет, я все исправлю. Загадаю желание, и все станет как раньше. Слишком поздно, Керри Кольцехвостик. Твой мир погиб. Надвигается вымирание. Просыпайся. Что? Яра вернулся? И тут идет снег. Он нас нагоняет. О, нет. У нас мало времени. Так нельзя его терять. Вперед! Кэрри, а Яру ждать не будем? Я рассказал, если пойдет снег, нам надо идти вперед. Он знает. Кэрри, пойдем отсюда быстро. Кенни, Кевин, Флойд, Брюс, Пупся! Мимимишка Пупся! Тебе нравится твое имя, Пупся? Это дикое животное, как и те, что напали на Яру! Разве у него глаза красные? Он не злой, он просто напуган! А кому обнимашки? Ну, может, это злой умысел? А когда заснешь, он тебя на лианы настрогает! Петра, давай его оставим. Он потерялся, ему одиноко. Нет! Категорически ни за что! Оставь его тут. Он сам доберется домой. А нам пора в дорогу. Быстро, залезай. Эй, не шевелись там! Кэрри, пойдем! Почему я не родилась птицей? Что ж, я не вижу тут никаких грязевых духов. Приветствую, обреченные путники. Добро пожаловать в трясину, ужасное кладбище мертвых.
Эй, это же ты! Мы тебя уже встречали! Помнишь меня? Кэрри, которая еще напевала ква-ква-ква-ква! У тебя, да? Я впервые тебя вижу. Ни один путник еще не... Нет-нет, это я! Я тебе еще бородавки выдавила. У тебя тут, кстати, остались. Ой. У Кэрри, отойди от него! Прекрати ты, они придают мне грозный вид. Петра, это Август. Мы давно знакомы. Август, это Петра, моя сестра. Мне все равно, вы вошли в царство мертвых. Можете идти дальше, но вы не вернетесь. Ты уши вообще чистишь? Фу, гадость. Ладно, хватит, я умываю руки, ухожу. Спасения нет, вы погибнете. Тра-ла-ла-ла-ла, оно грядет. Грубиян. Кэрри? О, Яра говорил что-то о голубых огнях. Наверняка нам туда. Он говорил нам их остерегаться. Нельзя за ними следовать. Он улетает, быстрее! О, это злой грязевой дух. По-моему, он совсем не злой. Он вроде испуган. Так, все понятно. Что ты такое говоришь? Мне приснился сон, в котором дети-основатели сказали, что их желания забыли. И они были правы. Дети-основатели во сне? Они хотели, чтобы животные были в безопасности. Все животные, даже в дикой природе. Когда мы построили наш город, оставшимся за его стенами пришлось бороться с вымиранием в одиночку. Мы изолировались и забыли о них. Кэрри, все в прошлом. Как нам сейчас это поможет? Я рассказал нам, что вымирание можно победить, лишь действуя сообща. Я знаю, о ком он говорил. Не только о нас, но обо всех животных. О нас и о природе. С этого момента все будет иначе. Прости нас. Как ты это сделала? Кэрри, ты в порядке? Очнись, очнись. Что произошло? Ого! Неужели это и вправду сработало? Как это так? Ты не была в этом уверена? Не. Но зато я знаю, что надо загадать.
Что у тебя в рюкзаке? Что? Я сказала тебе его не брать! Но он мой друг. А ты говорила, что друзья друг друга не бросают. Ты правда думаешь, я соглашусь? Угу. Можно его оставить. Скажи да-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 да! Ладно, ладно, хорошо. Да? Тише. Мы пришли! Наконец-то пришли! Вон там второе дерево! Оно погибло. Как же так? Это невозможно! Здесь должно быть семечко! Нет, нет! Почему? Где же семечко? Столько шли! Оно засохло! Это я виновата! Все из-за меня! Нет! Что? Ты не видишь? Оно погибло! Неужели я и вправду думала, что могу все изменить? Нет, Кэрри! Да что ты заладила, Петра? Нам нельзя сдаваться! Это ты втянула меня в эту передрягу! Только ты одна! Я чуть несколько раз тут не погибла из-за тебя! По пути я научилась верить в такое, во что никогда не верила. И все из-за тебя. Знаешь, что я загадала в этом году? Ты в эту чепуху даже сама не веришь. Чтобы тебя ждали настоящие приключения. Отчасти, чтобы от тебя отдохнуть, но главное, потому что ты так этого хотела. А теперь посмотри на себя. Ты одна спасаешь целый мир. Я пообещала, что не брошу тебя в трудные времена. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Нам всем она нужна. Тебе нельзя терять надежду. А теперь вставай! Пора закончить наше приключение. Я тебя люблю, Кэрри. Я тоже тебя люблю. Петра, смотри! Семечко! А ну, живо! Дерево, живо! Давай, приятель, раскрывайся же, давай! Давай! Да! Да, расти, семечко, расти! Ты сможешь, у тебя получится! Закрывай! Ура! Смотри, оно раскрывается! Нравится мне это. Яра! Ты живой?
Это Яра, наш друг. Что-то тут не то. Что происходит, Яра? Оно почти распустилось. Мы должны его отвлечь. Пауза! Кэрри, теперь все зависит от тебя. Загадай желание, когда семя откроется. Петра! Ну же, Яра, я знаю, ты не пропал! Загадывай, Кэрри!
Кэрри, нет! Нет, 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 только нет! О, Кэрри, нет! Остановила вымирание, смотри! Нет, Петра, это мы сделали. Яра! Прости меня, Кэрри Кольцехвостик. Сила вымирания меня одолела. И все же не победила! У тебя получилось! Правда, получилось! Посох? Посох! Благодарю. Благодаря этому приключению я узнала, что нас связывает невидимая нить. А я грешила на свое чувство юмора. Я горжусь вами, вами обеими. Но скажите, кто это с вами? Это очень-очень длинная история. К счастью, идти нам еще долго. Можем мы в дороге сделать пару остановок? Какой прекрасный город! А кто спорит? Добро пожаловать домой, друзья! Дерево желаний. Режиссер Рикард Касса. Продюсеры Надин Бейтс и Кристен Солвилс. Исполнительные продюсеры Мэтт Эверит, Джулия Адамс, Майкл Фавель и Мартин Геллери. Сопродюсер Райан Грифс.
Сценаристы Питер Айван и Райан Грифс. Композитор Эк Кима. Фильм дублирован на студии Soul Pro в 2021 году. Thank you.